Этот турнир приурочен к проведению в России Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. В связи со столь громкими спортивными событиями, которые впервые проходят у нас в стране, интерес к этому виду спорта возрос до нельзя. Курган также не стал исключением. Как вы знаете, в этом году прошел Кубок Конфедераций, а общественное движение «Весна» уже в 2014 год проводит турнир по дворовому футболу. И мы ощутили на себе в этом году подъем интереса к этому виду спорта, чему мы очень рады. Поскольку мы знаем, что в следующем году будет проходить чемпионат мира по футболу, я думаю, что наше начинание, вот и следующий-то год будет юбилейным, пройдет еще с большим энтузиазмом. Мы увидим еще больше дворовых команд и будем наблюдать как и в этом, так и в следующем году замечательные свершения наших дворовых футболистов. Уникальность соревнования заключается в том, что наряду с подготовленными спортсменами, которые занимаются в специализированных секциях, в турнире принимают участие самые обычные ребята, которые просто любят футбол и каждый вечер проводят на футбольном поле, играют с друзьями. На турнире можно увидеть реальное соотношение сил, поскольку желание и энтузиазм простых дворовых ребят порой бьет мастерство спортсменов. На это всегда очень интересно смотреть, и каждый год находится вот такая команда-сенсация, команда-сюрприз, которая непонятно откуда берется, да, и выносит, казалось бы, записных фаворитов. Плату за участие в футбольных баталиях организаторы сохранили прежней. Дети играют бесплатно, а команды старшей группы платят за большой футбольный праздник всего 2000 рублей. И мы очень рады, что мы по-прежнему дарим возможность жителям нашего города разных возрастов практически бескорыстно, просто из любви к спорту заниматься футболом. В этом году интерес к состязаниям в детском парке вырос. Более 70 команд примут участие в турнире по дворовому футболу. Также организаторы подготовили массу сюрпризов в самом важном для всех спортсменов плане – призовом. Региональное спортуправление не оставит ни одного из участников без наград и призов. Всем участникам я бы хотел пожелать, самое главное – обойтись без травм. Это самое главное. Ну и, как обычно, пусть победит сильнейший. Мяч круглый, как говорится, да, шансы есть абсолютно у всех. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».